Алена Дерягина, солистка образцового ансамбля русской песни «Зорейка», руководитель Ирина Варламова, концертмейстер Николай Исаков, город Кумертау, республика Башкортостан. Прозвучит лирическая песня Смоленской области «Листья мои лавровые» и плясовая песня Оренбургской области «Ай, утушка». Листья мое лавровые, без ветра шумят. Листья мое лавровые, без ветра шумят. Сердце мое ретивое, народная песня «Ты рябинушка» и старинная песня оренбургских казаков «По горочкам, по горам». Ты рябинушка, ты кудрявая, ты когда зашла, когда вы росла. Я весной зашла, летом
Петрова, солистка образцового фольклорного коллектива «Воробейка». Руководитель Светлана Дуболик, концертмейстер Валерий Саксонов, город Екатеринбург. Прозвучат уральская лирическая песня в записи Владимира Горячих «Ой, да ты рябинушка» и песня Оренбургской области в обработке Владимира Позднеева «Дедуровские припевки». Oh, sorry.
конкурсную программу продолжает Татьяна Широкова, солистка фольклорного ансамбля «Аюшки», педагог по вокалу Галина Архипова. Челябинская область. Звучит песня оренбургских казаков «Ты взойди-ка себя, взойди» и произведение музыка Григория Пономаренко, слова Евгения Кюшникова «Ходит парень кудреватый». Зайди-ка ся, зайди, туча тёё, тёмная, ох, и распролей-ка, Пока.
Ксения Егорова, солистка образцового ансамбля русской песни «Зоренька», руководитель Ирина Варламова, концертмейстер Николай Исаков, город Кумертау, Республика Башкортостан. Свадебная песня Оренбургской области «Верея моя, Вереюшка» и «Частушки Матаня». Слова Павла Рыкова «Над раздольной степью». Oh.
Спасибо.